В ефірі першого міського програма «Тема дня». Я і ведучий Олександр Хрищенко. Я вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про полігон промгіганта ArcelorMittal Кривий Ріг, який переповнений відходами. Гості нашої студії, я їх залюбки представляю, це член правління громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя» Йосип Маяков і ґрунтознавець, фітоеколог, також доцент кафедри ботаніки та екології КДПУ Василь Савоську. Доброго вечора, панове. Добрий вечір. Традиційно, перш ніж ми перейдемо до розмови, для наших телеглядачів подивимось сюжет, аби ми розуміли, про що далі піде мова. Виглядає полігон промислових відходів, але якщо такі сірі камінці безпечні для навколишнього середовища, їх навіть використовують в будівельній промисловості, то ті руді насипи – справжнє кладовище хімічних елементів. Знаходиться полігон за містом поблизу поселення імені Ілліча. Саме сюди підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг звозить відходи промислового виробництва 3-го та 4-го класу небезпеки. А відходи підприємство охороняє наче щось дорогоцінне – за парканом та цілодобовою охороною. Не дивно, що екологи вже як півтора роки не можуть потрапити всередину. Це нам повідомив криворізький еколог. Запевнив, що полігон вже давно переповнений. Цю проблему ArcelorMittal намагався вирішити, розширивши території. Та навіть запропонував відповідний проект. Проте нині він має низку мінусів. Через це терміни його реалізації під великим питанням. За нашою інформацією, проект реконструкції цього полігону не проходив державну екологічну експертизу. Проєкт заява про наміри планованої діяльності не узгоджена у виконкомі Криворізької міської ради. Закон про оцінку впливу на довкілля, новий закон, не застосований для цього об'єкту. В цих відходах цілий букет хімічних елементів. Усім цим дихають жителі поселення Ілліча, котрі мешкають з полігоном по сусідству. Це скрізь у дворі, скрізь, куди не глянь, одна пиляка. Усе. І земля, і все в цій пилі. Считайте, звідти летить, з усіх сторін. Та не лише людські легені страждають, а й ґрунти та підземні води, запевнили екологи. Та доповнюють, якби підприємство ArcelorMittal не намагався максимально мінімізувати наслідки складування відходів, свою негативну пляму навколишнє середовище все ж отримує. Ті хімічні елементи, які відносяться к першому класу опасності, це цинк, це свинець, ко второму класу опасності – хром, нікель, медь. Ну и третьему классу опасности, там, марганец, например, да, то, естественно, конечно, их возможность проникновения в подземные воды очень велика. Підсумувавши думки усіх експертів, робимо висновок. З відходами промислового виробництва треба боротись, а саме утилізувати або ними рекультивувати порушені землі. І тоді як криворізькі землі, так і повітря трохи вивільниться від цілої таблиці Менделеєва. Олена Трунова, Микита Бондаренко, Перший міський. Ну що ж, панове, гарний та змістовний сюжет, ми подивились, мої колеги Олени Трунової. Давайте перейдемо тепер до діалогу. Ми подивились сюжет, полігон, про який йдеться мова. Питання до вас, пане Йосип, які саме відходи там складуються, скажімо, будь ласка. Ну, этот полігон уже давно существует, и, естественно, конечно, в своё время, где-то года два или три, он был настолько переполнен, что уже практически некуда было вывозить отходы. Отходы там в основном четвертого класса опасности – это строительные отходы и производственные отходы, которые относятся к четвертому классу. Но были и специальные участки, на которых было заскладировано и третий класс опасности. Но третий класс опасности – это в данном случае может все, что там промасленная ветошь, балласт промасленный, железнодорожный, ну и другое, то, что, собственно, относится к третьему классу опасности. Года два назад Арселор разработал проект, и мы его смотрели, АВОС, оценку вплыва на оточивающее средовище,
И в этом авосе разработаны мероприятия, которые, в общем-то, должны препятствовать воздействию этого полигона на окружающую среду, в том числе и на подземные и поверхностные воды. Угу. Это и дренажи, это и наблюдательные скважины новые. К сожалению, мы не в курсе дела, как работает это все, насколько этот полигон продолжает влиять на окружающую среду. Что касается пылевых переносов из этого полигона, то я должен сказать, что это не очень такое, будем говорить, предприятие, которое может здорово влиять на окружающую среду в виде пыления, поскольку полигон расположен сам между отвалами. И, скорее всего, те жители, которые жалуются от того же Ильича поселка, это пыление от складирования тех отходов, которые образуются от металлургического производства. Дякую за відповідь, пан Василь. Зрозуміло, що ці всі відходи, так, цього полігону, вони є небезпечними для довкілля. Зокрема, ґрунт, зокрема, зелені насадження, от ваша така, як фахівця, оцінка цьому. Так, на локальному рівні, безусловно, любої відкрита поверхність, не захищена ракетним покровом, є істочником поступлення всіх загрязняючих веществ і в почву, і в воздух, і в ґрунтові води. Поэтому любой открытый участок – это угроза для окружающей среды нашего региона. Полигон, который мы рассматриваем, это частный случай. А в общем, у нас таких полигонов, наверное, сотни по всему Крымскому кругу. Их площадь измеряется десятками тысяч гектар, а объем заскладированной продукции, который же складируют, ну, уже миллиардами тонн. Это огромная большая проблема, потому что это начиналось при трех разных странах, и Российской империи, и Советский Союз, и независимая Украина. Все время предпромышленные предприятия считали более выгодно просто заскладировать. Сложить, пускай полежит. А мое мнение, кто создал проблему, например, есть отходы, вы должны превратить их в себе в доходы или сделать так, чтобы ваши эти отходы не были для проблемы для окружающей среды и для нашего жителя. Правильно? Как программу минимум обезопасить, программу максимум пустить повторное использование. Вот, к сожалению, мы не видим и не видели тех мероприятий, которые предусматривал бы тоже СРОМ, для того, чтобы уменьшить эти отходы. И даже вот те строительные отходы, которые он заскладировал там и продолжает складировать, может быть, их надо было все-таки каким-то образом утилизировать, а для этого есть и всякие возможности. Но я вам должен сказать, что кроме вот такого полигона, который вот есть, он действительно действует, он работает по определенному проекту, в нем есть и защитные различные сооружения, это и дренажи, ну, в общем, есть. У нас есть очень много, вот как говорил Василий Николаевич, это отходы, которые практически никак не защищены. Ну, вот те же самые отвалы. Очень редко, когда делают нагорные канавы для того, чтобы не могла поступать в окружающую среду, вода, которая скапливается под этими отвалами, а она не всегда чистая, будем говорить так. Зрозуміло. Тобто підприємство ArcelorMittal Кривий Ріг не проводить ніяких заходів безпеки, так? Щодо, наприклад, зменшення, можливо, цієї концентрації, так? Забруднюючих речей. Я бы сказал так, что оно действует в рамках того правового поля, которое у нас есть, и той правовой практики, которая у нас существует. Вроде бы мы, демократические страны, должны действовать в рамках демократических процедур. Не совсем наше законодательство совершенное, не совсем, наверное, и органы контроля активные, адекватные, настойчивые. Вот не совсем и граждане, но в последнее время все промышленные гиганты очень дружно и очень регулярно говорят о социальной ответственности бизнеса перед обществом. Было бы хорошо, если бы они свои слова о социальной ответственности бизнеса перед обществом реализовали в конкретные действия в области окружающей среды. Чтобы они были немножко более открыты, были немножко более, скажем так, раскрепощенные в предоставлении данных.
і допуски перевіряючих органів. Ви говорили про те, що можна їх певним чином утилізувати, такі відходи, так? От як ви бачите вирішення цієї проблеми? От щодо, наприклад, конкретного полігону ArcelorMittal? Конечно, очень трудно сказать конкретно, что там заскладировано, поскольку ну, доступ, вот как говорила Елена, очень сложный, трудный. То, что мы знаем из документов, да, строительные материалы действительно можно было бы утилизировать, использовать для различных, предположим, тех же строительных работ, где-то засыпать какие-то карьеры и так далее. Но для этого, естественно, конечно, недостаточно просто желания. А нужно, чтобы была воля руководителя предприятия, потому что это, естественно, деньги. Или перевозить уже загодя известное место, которое с минимальными затратами, или это где-то другом. Об этом мы много уже говорим, о том, что существует вот такая, понимаете, какая-то отчужденность каждого предприятия. Каждое предприятие старается у себя только, значит, каким-то образом рекультивировать те, а использовать те уже заскладированные старые отходы никто не собирается. И поэтому вот рекультивация мест растягивается на десятки, а то и там 50 лет. А это очень, кстати, нехорошо для Кривбаса. Як виглядає ситуація взагалі от з промисловими відходами у Кривому Розі? Ситуація виглядає, скажімо так, плачевно. А согласно діючому законодавству, предприятию вигідні взяти в одне місце, а то, що нужний компонент, ненужний компонент, сложити в одну кучку, провести первичну обробку, опять получить ненужний компонент, а то ненужний компонент сложити в другую кучку. Таким образом формируются и отвалы, хвостохроничные и подобное. Но есть хорошая тенденция, что началась разработка этих хвостохранилищ, начались их повторные использования, так называемые техногенные месторождения. Есть небольшой опыт и у ЦИГОКа, я знаю, есть небольшой опыт по хвостохранилищу шахты Валявка, отрабатывается. Все, наверное, там не может быть решиться в рамках одного Кривбаса. Кривбас ковал и серп, и молот, и щит нашей страны, поэтому страна должна как-то поучаствовать в восстановлении наших земель. Должна быть какая-то общая государственная программа, в котором участвовал бы и общий государственный бюджет, и бюджет предприятий, и жители нашего города. Как бы только тогда комплексно можно что-то сделать, что-то решить. Как сказал очень правильно мой коллега, часть отходов может быть доходами для других. Например, мы рассматривали проект строительства нового карьера по добыче окисленных кварцитов в пределах балки Северный Червон, Пенечный Червон. В то же время на других предприятиях эти окисленные кварциты лежат, они мешают, но они продавать их не хотят. То есть это какая-то вот нонсенс и какое-то не совсем разумное и законодательство. То есть им выгоднее хранить у себя, выгоднее платить деньги за занятую территорию, за занятое, за складирование, чем продать. Так нужно вводить более правильные, более высокие штрафные санкции, более высокую цену за использование наших земель и за складирование отходов. Как только это будет сработать экономический рычаг, сразу начнутся они считать деньги, потому что им это выгоднее быть более чистыми, чем сейчас. Я согласен с Василием Николаевичем, но должен добавить вот что. Будучи геологом, очень, так сказать, долгое время работаю в Кривбасе, я знаю, что комплекс тех полезных ископаемых, которые существуют в Кривбасе, он очень велик. И если бы предприятие занималось вот такой проблемой, как комплексное использование сырья, то, естественно, конечно, отходов было бы меньше намного. Тот же самый СИБГОК, который у нас является одним из самых, будем говорить, больших предприятий, которые складируют отходы. У них есть там Ановский карьер и Первомайський кар'єр, ну і так далі. Пане Йосип, я нагадаю нашим телеглядачам, телефон нашої студії 067-827-0050. Розмовляємо на екологічні теми, зокрема полігон промігант ArcelorMittal Кривий Ріг і його
про його відходи, про відходи цього полігону і взагалі за ситуацію щодо промислових відходів нашого міста. Ставте запитання нашим гостям Василь Савосько і Йосип Маяков. У нас залишається не так багато часу, і ще таке питання у мене. Ви досліджували нещодавно ґрунти, так? Яка мета цього дослідження і, можливо, є результати, скажіть? Так, да, дійсно, продовжується програма, виконання програми екологічної Кривбаса, та, яка є, і по ініціативі екологічного управління міста ми дійсно на прошлой неділі почали опробування почв ґрунтів. Це, ну, будем говорить, большой шаг изучения возможного влияния наших предприятий на окружающую среду. Поскольку раньше тех изучений, они показали, что в почвенных грунтах у нас есть все практически очень химические элементы, относящиеся к первому, второму, третьему классу опасности. И выявить возможности предприятий влиять на загрязнение, а отсюда и загрязнение, естественно, тех продуктов, которые мы получаем от этих земель, очень велика. Думка грунтознавца Петра Кола Василя. Мне очень приятно, что мы опять обратили внимание на наши почвы, потому что почва – это не только то, что мы пашем, то, что мы получаем продукты питания. Почва – значение более большее. Это незаменимый компонент биосферы, а биосфера – наш общий дом. Это и важнейший компонент среды обитания человека. Дотошные немцы и очень внимательные англичане давно уже доказали, что качество почвы – это качество нашей еды, качество нашего воздуха и качество нашей воды. Еще могу сказать, добавить, что почва, в отличие от других природных сред, воздуха, воды и так далее, она очень такая инертная. И вещества, которые попадают в ее недра, они остаются очень длительное время. Например, да, попали и содержат. Например, вот сейчас есть такая технология, современные греки ищут поселение древних греков по содержанию свинца в почве. Свинец в почве уменьшается наполовину только через 5000 лет. У нас еще более мощный гумусовый слой, более мощные гумусовые кислоты. Этот период может быть увеличится еще на пару тысяч лет. То, что мы сегодня нашкодничаем, будут чувствовать наши дети и наши внуки. А почву мы уже в свое время исследовали, наверное, лет 20 назад. Хорошо, что вы продолжаете. Ну, у нас была лаборатория промышленной экологии и здоровья. И четко доказали, что есть прямая связь между почвой и волосами детей в химическом составе. Четко прямая зависимость. Чем более грязный регион, чем больше грязный район, чем у нас был тогда еще Дзержинский район, четко видно, там больше спектр, больше уровень накопления. Спектр накопления одинаковый, а уровень совершенно разный. Отличается в 2-10 раз. Поэтому, если мы это проведем, мы получим более правдивую информацию о нашей среде обитания. Дуже добре, панове, декілька хвилин до завершення програми. Давайте, можливо, підб'ємо підсумки, так? Кожний резюмує. Почуте, побачене. Слово вам. Я думаю, что вот такие программы, которые вот сейчас звучат на Первом городском, они очень важны, и они, ну, являются как бы таким звоночком предприятиям, те, которые так или иначе вот накапливают такие отходы. Дякую. Ваше слово. Мое слово более простое. Хочу напомнить, что это начало мая. Природа раскрывается, природа распускается. Давайте любить природу, давайте ценить природу, давайте уважать природу. И давайте делать так, чтобы мы, когда уходили с места, где мы отдыхали на природу, там было чище, чем тогда, когда мы пришли. И тогда мы будем ответственны, радостны и более правильными. И здоровыми будем. Дуже дякую вам, панове, за участь у програмі «Тема дня». Нагадаю нашим телеглядачам, що говорили ми з гостями нашої студії. Це доцент кафедри ботаніки та екології, ґрунтознавець, фітоеколог Василь Савосько і член правління громадської спілки «Екологічна рада Криворіжжя», еколог Йосип Маяков. Ще раз вам дякую за участь у програмі. Говорили ми з гостями нашої студії про полігон промгіганта «ArcelorMittal Кривий Ріг», який переповнений відходами. Говорили про ситуацію з ґрунтами і взагалі про наше довкілля, яке ми з вами повинні берегти. Я дякую вам за увагу, шановні телеглядачі. Бережіть себе. На все добре. Да, я думаю, что это своё влияние на здоровье оказывает, потому что это постоянные выбросы в атмосферу. Я вот недавно выезжал за город,
там действительно легче дышать. У нас в городе, к сожалению, особенно если ветер со стороны завода, то в некоторых районах бывает не продохнуть. Вот. Поэтому я считаю, что вредит. А я думаю, конечно, екологія наша оставляє желати лучшого. Так, тому що, оскільки я знаю, ArcelorMittal викидає у повітря майже всю добичу Менделеєва. І цей, коли дує південний вітер, цей аромат дуже помітний навіть при відкритих вікнах у квартирі. Тому я вважаю, що необхідно, що цю проблему необхідно якось вирішувати.